Около 500 незаконно назначенных проверок отменили жамбылские прокуроры с тех пор, как действует моратория. Дисциплинарную ответственность за это пришлось понести 35 должностным лицам. Как оказалось, среди любителей контролировать эпидемиологи и пожарные. Правда, прокуроры, защищая права предпринимателей, призывают их и самих, что называется, не сидеть сложа руки, а использовать это время для совершенствования бизнеса и решения имеющихся проблем. Только так, уверены стражи порядка, мораторий на проверки сможет достичь своей главной цели – улучшения в целом всей казахстанской бизнес-среды. Нынешняя моратория объявлена указом главы государства, да, это объявлено для того, чтобы кардинально изменить в целом ситуацию у нас в стране, чтобы улучшить обстановку для развития предпринимательства, и в то же время мы ожидаем от предпринимателей тоже таких положительных моментов.